5. Едем в комфортабельном автомобиле в сторону Коломны. Это наша первая? Да, пока первая. Это наша первая машина, которая довезет нас. Сколько километров у нас получается? Ну, 80. Первые 80. От Москвы километров, наверное, 170. Хорошо, тогда мы не признаемся, что ехали на автобусе. Ну, в пределах города немножко у нас это допускается. А просто дальше, когда уже выходим на трассу, то здесь уже, конечно же, никаких автобусов, никакого общественного транспорта. Поэтому мы короткий перемежок, то можно, наверное, общественное направление поменять. Водителя зовут? Тарас. Здорово. А сына? Егор. Егор. Отлично, спасибо большое.